Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Смотрите, кто пришел. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Я возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Он что себе думает, у меня тут розочки? Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кого тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин, и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании. Сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо. Обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров.
Ты что, красный свет не видел? Ты чего это вытворяешь? Я тебя в задницу укусил. Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, ходи все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу. Всем поздам, 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! На-ка, выкуси. Давай-ка валим отсюда. Ох. Надо валить к черту отсюда! Подождите! Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же копы? Давай, выбирайся! Стараюсь! Черт! Копы! Открой меня! Я открою дверь! Отцепи этих козлов от меня! Выдержи их еще немного! Давай, помойка, открывайся! Так, есть! Мы выбрались, Вита! Давай! Стоять, полиция! Вам не уйти! Твою мать! Чёрт, снова тупик! Меня тут прижали! Нам сюда! Это единственный выход! Сдавайся! У тебя нет... Ну уже, Вита! Двигай тазом! Ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй! Черт! Господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Брати сюда пошли, сержант. Да нахрен! Столько мне не платят. Сюда. Так, мы выйдем на улицу. Черт, копы! Стоять, полиция! Вам не уйти! Ты
немного! Генри никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Отвали, мусор. Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нил. Двинутый ирландец. Ума нету. Работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы! Быстро в тень, скорей! Давай, давай! Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись, только по пути. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худоща. Понял. Заезжайте к нам. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ясно.